Раз. Два, три. Новенький! Это тоже череп Чанчи и номер 16. Какой он классный, он такой крутой. Всем привет, и вы на канале Элинка ТВ. И сегодня, ребята, мы сходили в Евроопт и получили очень много вот таких пакетиков от Евроопт. Это Брайты. И вот сегодня мы будем открывать. У меня есть два альбома. Вот это вот с повторками. Здесь у нас вот три повторки. И есть вот такой альбом. Это с моей коллекцией. Мне не хватает всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кстати, у меня вот этот был, но я его потеряла, когда мы там играли. Были на презентации, да. Брайтов от Евроопт. И смотрите, сколько у нас! Естественно, друзья, мы распакуем сегодня не все, но будем надеяться, что сегодня нам попадется много новеньких. Да, сколько мы будем распаковывать? Много. Много. Давай семь. Можешь отложить и сразу. И все семь эти попадутся, и просто и два все новенькие. Да. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, yes. А вот эти ставим другие видео положим. Да, будут другие видео, поэтому что надо сделать? Поставить лайк и подписаться на канал. Так, давайте погнали, начнем. Погнали. Так, мы будем, давайте начинать с вот этого. Я очень хочу, ты правильную сторону выбери, а я буду вот так делать, давай. Давай. Чтобы, вот, ты там достань, смотри. Я пока не буду смотреть. Так, помогаю. Все? Да. Перевернул? Да. Итак. Есть! Повторка! А что, у нас есть такое? Я думал, у нас такого нет. У нас 500 миллиардов тысяч бесконечностей таких. У нас да? Вот, да. Точно он, есть. Знаешь, вот эти вот два, они самые такие, типа, часто попадающие. Ага. А в повторках обычные. У нас есть там он? Не, в повторках, по-моему, нету. О, ну классно. Ну давай, тогда у нас здесь. Мы потом с подписчиками будем меняться. А вообще, может быть... Разыграем? Друзья, ставьте лайки, мы, может, разыграем, конкурс устроим. Может быть. Давай дальше. Так, ладно, давайте дальше. Давай. Следующий. Теперь я хочу что-нибудь придумать, взять ножницы. О, необычные распаковочки, погнали. Главное, сам Брайт не порезать. Так ты его опусти вниз сюда. Да не порезать. Так ты режешь Брайт, смотри, я опускай его вниз. Брайт. Давай. Так, ладно, все. Хотя он будет эксклюзивный, порезанный. А в школе уже играетесь или еще не приносят? Еще не приносят. Но скоро начнется жаришка. Да, теперь правильно сделай его. Ага. Посмотреть. Так, я, наверное, друзья, вам не буду показывать первым. Давайте. Выкидываю. Все? Все увидели. Хорошо, давай. Все увидели? Даже да. Даже не будешь показывать? Да. И... Блин. Да боже, что такое? И... Хорошая, между прочим, тренировочка, повторочка. Тренировочка, повторочка. Роузи, пятый номер, и она редкая, кстати. Угу, да, подсвечивается, видите? Да, и вот а она, повторочках она у нас есть? Есть легендарных, у меня два легендарных, редкие есть, и эпические тут есть, которые подсвечиваются. Они есть легендарные, эпические и редкие. Так, повторочках у нас нет. Класс, крутышка. Все, обязательно будем разыгрывать это нам. Обязательно. Ставьте, ребята, лайки, давайте дальше. Сейчас я вставлю. Блин, все, вот эти минусы этого альбома, то, что мне вот сам Брайт. Ну ничего, мы потом в тубусы вот в такие будем складывать. У нас и значки есть, и тубусы. Друзья, у нас есть все. Да, оно не вставляется, папа. Да ничего страшного, мы потом ставим. Там, возможно, надо будет приподнять вот эту вот часть. Ладно, ну да, ничего страшного, мы потом поправим. Так, открываем мой основной журнал, и теперь мы... Давайте сразу я посмотрю, а потом покажу вам. Я сейчас посмотрю. Ну давай. Лучше... У нас продолжаются необычные распаковочки. Так, тихо. О, эпический. Эпический. Но он... Стоп, он у меня есть, но он как бы эпический. Это лучше, чем редкий, но хуже легендарки. Поэтому все равно... Но зато можно будет, когда редкими, в школе меняться. Допустим, за одного редкого получить два простых. Угу, можно. Давай дальше. Так, все вставляем. И следующая распаковка. Блин, круто, если бы оно было как бойстики. Да, вот. Хлопать. Вот нам раз. Похоже, были пакетики с картами, которые... Да, кстати, да. У меня эти карты до сих пор. Так, сейчас надо посмотреть. Вот, все правильно. Давай.
Легендарный. Легендарный. Это вот самый легендарный, вот это просто, за него можно всю коллекцию сразу. Е-Форс, круто, вот такой легендарный, классно, это обалдеть. Это номер, давайте его ставить. И в повторочках он у нас же есть. Так, блин, ни одного новенького, я уже думала, что все 7 будут новенькие, а тут... Ну, так, все равно интересно, да, интрига сохраняется. Стойте. Есть такой? Это тот, который у меня потерялся. Это да? Новенький, да, это он у меня потерялся тогда. Это, так, давайте проверим. Это из Тереп, 31 номер и Анши. Анши, классно, ты про него говорила в каждом видео, и наконец-то он тебе попался. Да. Ух! Так, как бы теперь открыть? Ладно, давайте откроем. Вот так повезло, но лучше не повторять, потому что не повезет. Надо так аккуратно, не смотрим. Не смотрим, не смотрим, давай, давай. Не смотрим, так. Она все, правильно? Да, правильно лежит. Все, теперь откроем до конца. Так. И... И... Оп! Раз. Два, три. Новенький! Это тоже Тереп, Чанчи и номер 16. Какой он классный, он такой крутой, такой интересный. Да, и такой клоун. На злого клоуна похож. Да. Ура! Есть! Две новенькие. Сейчас посчитаем, сколько нам осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь новеньких осталось, круто. Аж на у меня ручки задрожали. Так, я надеюсь, что здесь будет новенький. Так, оно должно быть перевернутой стороной, обычно вот, вот так это типа. Ага. Ну сейчас, может, еще и восьмого откроем. А вдруг? Давайте лайки, лайки, лайки. Новенький! Еще один новый! 28-й у нас все теребы почти покажи, попадаются. Покажи, покажи его подробнее. Это Ваалзи. Ваалзи, новенький! Да, круто, так, круто, круто! Давайте восьмого откроем. Так, сколько нам осталось? 6, да? Да, 6. Давайте посчитаем, сколько есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Вот смотрите, вот в этой колонии, этой и этой, нам осталось по одному. Да, и, типа, да, вот да. Так, а здесь уже вот. Это просто мега распаковка. Давайте еще одного откроем. Ну, лайки, может, попросим. Да, лайки. Обязательно лайки. А я и подписка на канал. Подписка. У меня есть потому идея. Что столько новых. Так, сейчас надо кое-как открыть. Сейчас мы делаем. Давай, два. Давай, давай. Сейчас. Аккуратно. Аккуратно. Смотрим, здорово. Смотрим. Я подсмотрю пока туда. Смотри. Подсмотрю. Посмотрел? Да, я подсмотрел. Сейчас аккуратненько делаем и... Высыпаем. Ну, где он? Пока непонятно. Непонятно. Есть! Это такой же! Повторка! Это нам только что попался. Ну, зато поставим его в повторку. Ну да, зато прикольно. Зато у нас есть, ребята, что-нибудь для конкурса и для вас. Для наших лучших подписчиков. Так, ищем 28-й. Заряжаем. Вот такая сумасшедшая, классная распаковка. Нам осталось всего лишь 6. Уже будем снимать в следующих распаковках. И всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Элинка ТВ. И всем пока-пока. Покупайте братьев в магазине Евроопт. И пока-пока.